Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз тоже связана с одной фирмой, которая была в предыдущий раз, а именно фирмой Boya. В прошлый раз мы рассматривали просто микрофон, который подсоединяется к смартфону через 4-пиновый 3,5 мини-джек, или иначе еще его называют TRRS. Сейчас мы будем рассматривать немножко другую конструкцию, а более конкретно это воздушный микрофон, передающий по воздуху, радиус действия без препятствий где-то до 20 метров и количество записи в зависимости от того, как вы будете его использовать. Помимо того, что внутри находится аккумулятор, еще и находится так называемый блок база, который тоже подзаряжается эти два элемента. Так, что из себя представляет? Существует два варианта. Первый вариант — это для Android телефонов. Здесь, кстати, он и представлен в отличие BY-WM3U. Ну а для тех, у кого яблочный гаджеты, то там есть на отличие вместо U буква D для лайтинга. Все это пришло достаточно быстро, ну как быстро, Почта России у нас быстро не возит, минимум месяц, но вот дошло в таком состоянии, помимо того, что была желтая сверху упаковка, которую тоже покоцали Почта России. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри, что из себя представляет упаковка. Вот такое вида. Здесь существует передатчик-приемник. Ну и все это осуществляется по воздуху благодаря вот этим волнам, то есть 2,4 ГГц. Черт, повторяю, до 20 метров можно по прямому его использовать. Вот здесь вот написано, что связь осуществляется 2,4 ГГц. Дальше микрофон может, кстати, при подключении по USB Type-C может передаваться энергия, а именно подзаряжаться аккумулятор приемника при помощи смартфона. Дальше есть бокс для хранения, и здесь вот написано, что можно осуществлять в течение определенного времени, то есть 4,5 часа передатчик, 2 раза время, и 8 часов приемник, тоже 2 раза, с учетом того, что вы можете подзаряжать в боксе для хранения. То есть вот состоит здесь что? Отличительная особенность в том, что здесь существуют различные типы подключения, не надо будет докупать различные переходники. Здесь уже заложено три варианта: это адаптер Type-C, адаптер TRRS 1,5 дюйма мини-джек и адаптер 3,5 мм TRS 4 и 3 пиновый адаптеры для того, чтобы подключать к различным устройствам, то есть не только к смартфонам, но и еще и к камере, дальше GoPro, там, к компьютеру, ну и так далее, где применяется тот или иной тип подключения. Дальше вот здесь продемонстрировано, что из себя представляет приемник микрофона. Ну и вернулись обратно в исходной лицевой части. Вот такая вот у нас упаковка. И давайте скрывать, здесь есть пленка стандартная, то есть все упаковано. Вот в таком варианте пришло. Дальше здесь вот так открывается соответствующее применение, где можно применять достаточно небольшие устройства по длине. Дальше здесь у нас внутри, как всегда, находится документация. Ну, уже от предыдущего микрофона стандартные наклейки куда-нибудь. Дальше, ну, так называемый гарантийный талончик. Рекламка, как можно использовать. Те, кто любит движение, фитнесом заниматься, могут применять. И инструкция по эксплуатации, как обычно, здесь на двух языках. Английском. Ну и китайском. Как обычно. Ну, здесь описываются основные действия. Дальше, как устанавливается микрофон. Кстати, здесь помимо того, что есть поролоновая ветрозащита, здесь еще идет и меховая, так называемая dead cat. Дальше здесь вот основные характеристики. Кого заинтересует, тот может посмотреть. Время за зарядки 2 часа, как приемника, так и передатчика.
Ну и то, что все остальное продемонстрировал. Децибелы, действие от 20 кГц до 20 кГц. Ну и там потери, какие осуществляются. Глубина 16 бит и 48 кГц. Так, аккумулятор передатчика и приемника 100 мА. Ну а кейс для хранения 1000 мА. И основные размеры. Вот такая вот здесь литература в качестве инструкции по эксплуатации. Так, продолжаем дальше. Здесь у нас стандартный бокс такого плана. Ну, здесь легко снимается, поэтому снимем. И вот внутри находятся все элементы, которые вам понадобятся для того, чтобы производить те или иные действия. Ну, тут даже зарядка есть. Один элемент уже заканчивается. Дальше приемник. Ну, тут еще наклеено на контактах. Кстати, чем-то похоже на наушники беспроводные. Это у нас передатчик вот такого плана. И есть различные разъемы по подключению. Ну, вот такого типа. Взяли тот вариант, который вам нужен. И дальше осуществляете запись в зависимости от того, какой тип устройства вы применяете. Ну, здесь вот есть ветрозащита. Кстати, вот микрофон. Здесь есть включение. Здесь, кстати, эта же кнопка может являться и отключением звука. Дальше здесь вот есть качельки громкости. Можно увеличивать. И есть петличка для того, чтобы зацепить за одежду, либо еще какую-то части, элементы. Так, одевается эта ветрозащита таким образом. И давайте посмотрим, может быть, там есть кое-какой заряд. Ну вот все, они сопряжены и работают друг с другом. Не отключается. И еще что-то тут есть. Скорее всего, кабель. Да, кабель, силикагель и еще ветрозащита и опять какой-то сертификат. Гарантия качества. Так, кабель у нас USB Type-C, как говорил, и USB-A. Длина, ну, где-то 30 сантиметров, не больше. И хорошо, что есть маховушка, так называемый Dead Cat, для того, чтобы сильный ветер, у вас не слышались записи, эти порывы. И давайте посмотрим, как это все. Вот здесь прорезиненная поверхность, и достаточно плотно наседает на передатчик, не выпадает. Вот такого вот типа ветрозащита меховая. Хорошо, что есть два варианта. Итак, давайте сейчас проведем тестирование данного типа микрофона. Посмотрим, как он осуществляет запись. 20 метров я уже не буду отходить. Еще раз повторяю, то есть должны быть открыты передатчик и приемник. Телом не буду закрывать. Но на расстоянии где-то около метра я проведу запись при помощи двух смартфонов, как и в прошлый раз. И результаты продемонстрируем сейчас. Итак, приступаем. Проверка микрофона беспроводного боя на внешнем программном обеспечении без применения фильтров на монтажном программном обеспечении. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона беспроводного боя на внешнем программном обеспечении с применением фильтров на монтажке. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка беспроводного микрофона Boya на внутреннем приложении камера без применения фильтров монтажки. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка беспроводного микрофона Boya на внутреннем приложении камера с фильтрами монтажки. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона.
Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона беспроводного боя на внешнем приложении камера без фильтров монтажки. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона беспроводного боя на внешнем программном обеспечении камера с фильтрами, примененные в монтажке. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона на внутреннем приложении камера без фильтров монтажки. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка беспроводного микрофона боя на внутреннем приложении камера с применением фильтров монтажки. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Я вам продемонстрировал беспроводной микрофон Boya, состоящий из приемника и передатчика. В комплекте есть различные типы подключения: USB Type-C, дальше TRS, это трехпиновый, и TRRS, это четырехпиновый, в зависимости от того, к какому источнику вы подключаете. Да, кстати, если вы вдруг перемените религию, то есть с Android перейдете на Apple, а именно на iPhone, то опять полностью закупать это не надо, отдельно продается штекер под D-Lightning. Поэтому никаких проблем не осуществится. Единственный минус, конечно, то, что здесь применяются встроенные аккумуляторы, как в передатчике, приемнике, так и в боксе для хранения, что в последующем произойдет, конечно, деградация. И как результат, либо нужно менять устройство, либо нужно искать соответствующие аккумуляторы для того, чтобы их заменить. А заменяем они ли, это нужно еще будет посмотреть. Итак, я вам продемонстрировал возможности беспроводных микрофонов Boya BY WN3U. Каждый делает свой осознанный выбор. Я снова осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.